технологии. Но опять-таки, вот, остается только посокрушаться. Ну, кто его просил вот оставаться на месте? Видно было, что противник идет с дурными намерениями. Ну, можно было сместиться, уйти куда-то, провалить его. Тем более, учитывая, что Абдурахманов и джебом владеет вроде неплохо, и ноги у него неплохие. Рефери бой останавливает. Ну, действительно, он такой вот односторонний характер принял, разумеется. Ну, что можно сказать про этого Зимона? Данные неплохие, но, в принципе, быстрый, хитрый боксер спокойно его обманет и накажет, мне кажется, пока что. Дальше там видно будет. У приличных бойцов с данными есть такая привычка развиваться в лучшую сторону. Ну, тут, видите, в финальной фазе этого раунда Зимон совершенно осмелел, идет уже не опасаясь ни встречных ударов, ни провалов. Фотосессия, ясное дело. Так вот, если разобраться, а в чем, собственно, Абдурахманов уступает Зимону? Да ни в чем. Кроме одного. Мысли в ринге. У него было несколько удачных моментов, которых надо было...